Светлана Лобода вместе со старшей дочерью, 8-летней Евой, сейчас находится в Тбилиси. Во время прогулки по городу звезда пустилась в пляс под зажигательные мотивы. Артистка продолжает насыщенную концертную деятельность. Светлана прилетела в грузинскую столицу. Звезда отправилась к одной из достопримечательностей Тбилиси, водопаду, расположенному возле огромного ботанического сада в старой части города. Светлана надела темную кофту свободного кроя и джинсовые мини-шорты. Чтобы ее не узнали, Лобода взяла с собой черную бейсболку и солнцезащитные очки в крупной оправе. Вместе с певицей была ее старшая наследница, 8-летняя Ева. Во время прогулки внимание звездной мамы и дочери привлекли уличные музыканты, которые играли на аккордеоне зажигательную мелодию. Светлана стала танцевать лезгинку прямо на улице. К ней присоединилась и Ева. «Танцуй, пока молодой», — призвала певица. Фанатам понравились танцы кумира. Многие отметили, что их восхищает неуемная энергия Светланы и ее жизнелюбие. «Ой, какая же классная жизнь пахнет, Светлана теперь зажигает не только на сцене, но и на улице, прикольно, танцуйте с Евочкой. Такие классные, какая солнечная. Человек позитив», — написали они в комментариях. Артистка любит танцевать. Недавно она эффектно отплясывала под хит Басая. Светлана была в ультрамини с откровенным декольте.